IT является ключевым фактором для успеха задачи цифровизации и диджитализации. Бизнес, конечно, это понимает. Последние несколько лет у бизнеса сложилось четкое понимание, что без технологий принципиальные изменения сделать невозможно. И поэтому во многих банках, в том числе и в нашем, IT-подразделение находится там на самом высоком уровне, да, представлено там в правлении и всевозможными комитетами. Поэтому да, конечно, это важно, да, конечно, это понимается, да, конечно, сюда инвестируется, и это будет только усиливаться. IT-вертикаль в банке является одним из ключевых элементов трансформации банка, но это не единственное подразделение, которое должно обеспечивать эту трансформацию. Это задача всего банка. Мы должны уйти от деления на IT-вертикаль, бизнес-вертикаль. Мы должны перестроить банк по принципу продуктов и сервисов, ориентированных на клиента. А люди, каких профилей туда входят, это уже вторичный вопрос. IT должно работать как эффективный конвейер, который, с одной стороны, обеспечивает надежные и безопасные сервисы, с другой стороны, достаточно гибкое для того, чтобы быстро реагировать на растущие потребности бизнеса. И, конечно, бизнес это отлично понимает, и его требования к IT только растут. Без IT, конечно же, цифровизация невозможна. Но я не знаю ни одного успешного примера, где можно было бы сказать, что IT является локомотивом цифровизации. Только там, где бизнес является драйвером и инициатором цифровой трансформации, и сформирован при этом достаточно компетентный IT, который давно был к этому готов или ждал команды, только там появляется реально значимый результат, который все замечают. Разумеется, IT само должно быть цифровым с точки зрения культуры, технологий, процессов. Потому что если подразделение IT в своей культуре и технологиях застряло в начале 2000-х или в прошлом веке, то в процессе цифровой трансформации его просто снесут. И на его месте построят новое, которое будет действительно надежным фундаментом для развития бизнеса и организации.